14 мая в Башкортостане объявлен дополнительным выходным днем для школьников после праздника Ураза-Байрам. Таким образом, вместе с субботой и воскресеньем учащиеся смогут отдохнуть еще 4 дня подряд. Об этом сообщили в региональном Миноборнауке. Ведомство рекомендовало школам освободить от уроков с 1 по 8 и 10 классы. При этом 9-классники и 11-классники будут учиться в этот день по обычному расписанию. В дополнительный день отдыха в школах проведут комплексное обследование на антитеррористическую защищенность. Напомню, сделать дополнительный выходной для школьников просили родители. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров на оперативном совещании в правительстве республики 11 мая.